Очереди в кассы железнодорожного вокзала как в пик сезона. Пассажиры к временным неудобствам относятся с пониманием. Задержка рейса Керченской переправы из-за шторма нарушила планы многих пассажиров. В связи с сегодняшними событиями, связанными с форс-мажорной ситуацией, когда объявлено штормовое предупреждение, у нас сложилась ситуация как паромы между Порт-Кавказом и Керчью сегодня не ходят. Не ходят они с 0 часов. В связи с этим создалась ситуация, когда пассажиры не имеют возможности переправиться на Крым. Был создан штаб, в который вошли руководители дирекции по вокзалам, руководители Северокавказской железной дороги, администрации. В результате этого поезд, который привез 670 детей из Грозного, были отправлены в санаторий. До нормализации ситуации будут находиться в этом санатории и ждать, когда мы сможем их переправить. Остальные пассажиры ожидают новых рейсов с переоформленными билетами. Кто-то сидя в зале ожидания, кто-то активно в холле, кто-то тщательно изучая расписание. Мы сегодня переоформляем документы на поезда и соответствующим образом переправляем на другие поезда и по назначениям, необходимым для пассажиров. Оптимисты, у кого стакан всегда наполовину полон, рады возможности побывать во время отпуска еще и в Анапе. И уже рассматривают город-курорт как место отдыха в следующем году.